Ну, скажем так, вот может на нас комета упасть? Вообще говоря, может, то, что мы с вами говорили. И что? Нам надо тогда держать постоянно в боевой готовности некую структуру, которая бы ждала, когда же комета прилетит. То есть этих людей кормить, зарплату платили, или как-то организовать. Вот это вот порождает бесструктурное управление статистическими характеристиками. То есть надо так организовать, чтобы все структуры работали на эту цель, но постоянно действующих не надо. Но когда надо,